Злаковый хлеб – это вкусный и полезный продукт, который понравится сторонникам здорового образа жизни, кто ведет. Свежая выпечка хлеба, это с румяной корочкой и приятным ароматом, станет прекрасным дополнением к любому завтраку для любого человека, будь он на диете или же без диеты. Давайте готовить. Для этого я беру стакан теплой воды комнатной температуры, 270 грамм, 6 грамм дрожжей, это 2 чайные ложки, 1 ложку растительного масла и сама вот эта смесь. Залили воду. Засыпаем дрожжи. Это 2 чайные ложки, полпачки. Добавляем 1 столовую ложку растительного масла. Высыпаем наш пакет. Состав очень хороший. Мука высший сорт, пшеничная, сахар, семена льна, кунжут. В общем, хорошие все компоненты. Сделан русский продукт вот, Калужской области. Поэтому я думаю, что будет вкусный хлеб. Выпекаем хлеб, выбрав программу. Вес буханки 750 грамм и средний цвет корочки. Ну, и рекомендуют программу, конечно, стандарт или основную. Ну, в зависимости от марки хлебопечки. Закрываем крышку. И старт. Все, она сама замешивает. Вытаскиваем мы наше ведерко. Горячее, горячее. И вот так. Ой, тихонько. Вот так, хлебушек наш. Вот так, смотрите, какой красивый. Внучек не надо, горячее, горячее. Накроем его вот так вот. И пускай он остужается. Пробуем разрезать наш хлебушек. Внутри пропекся очень даже хорошо. Такой хлебушек можно давать и деткам кушать. Вот они очень любят. У нас внук очень любит такой хлебушек. Видите, какой он такой ноздристый. Выпекайте такой хлебушек, он полезный и очень даже вкусный.